Всем привет на канале Олдачман. Сегодня у нас с вами видеовыпуск посвящен вновь пропалестинским демонстрациям в стране. В частности, на прошлой неделе, 23 августа, в Берлине прошла одна пропалестинская демонстрация в районе Кройцберг. Там выступал один ливанский рэпер, который со сцены выкрикивал пропалестинские лозунги, игиловские лозунги. Но теперь давайте по пунктам. Я буду зачитывать, чтобы не сбиться с основной канвы. А потом мы с вами обсудим вот это вот поведение этих демонстрантов. Несколько полицейских получили ранения во время пропалестинской демонстрации в Берлине в районе Кройцберг вечером в пятницу. Как сообщила полиция, всего к демонстрантам было применено 17 мер ограничения свободы и было заведено 21 уголовное дело. В том числе по подозрению в нарушении общественного порядка, нанесении телесных повреждений, физическом насилии, сопротивлении сотрудникам правоохранительных органов, а также за использование символов неконституционного характера. По данным полиции, было около 350 человек на этой демонстрации, посвященной теме. Митинг протеста с культурным вкладом против полицейского насилия, антипалестинского расизма и прекращения огня на Ближнем Востоке. С одной стороны, вроде бы это звучит достаточно миролюбиво, но так ли это было на самом деле? Выкрикивались пропалестинские и подстрекательские лозунги, звучали антиполицейские лозунги. По данным полиции, антиполицейские и экстремистские лозунги выкрикивал также и музыкант, выступавший со сцены. Во время демонстрации в сотрудников полиции летели бутылки и камни. Периодически взрывались петарды. То есть эти демонстранты не просто так вышли на мирную демонстрацию, а они пришли на провокационное демо для того, чтобы спровоцировать полицейских на насилие. 100% где-то были их тиктокеры, ютуберы или еще кто-то, которые снимали специально выпады полицейских против мирных палестинцев в Германии, чтобы потом показать, какое ай-яй-яй нехорошее немецкое противное государство, которое убивает и разоряет бедных мирных палестинцев, ищущих прибежища от войны. Ну, что-то такое. В ходе применения мер, ограничивающих свободу в отношении нескольких человек, применялись также меры в виде толчков и толканий, сообщили в полиции. То есть, чтобы усмирить особо буйных, приходилось применять против них действительно силу. Кого-то толкали, кого-то связывали наручниками, кого-то убирали сразу в машину, в этот автозак, чтобы он не дергался, не рыпался и не кричал. Около 20 часов 50 минут вечера организатор этой демонстрации заявил, что на сегодня наш мирный митинг подошел к концу, можете расходиться. Но после того, когда он об этом объявил, многие люди пытались группами собираться на Херманплац для того, чтобы продолжить провокации против сотрудников полиции. То есть, получается, в этот раз мы вновь сталкиваемся с однобоким толкованием вот этих вот ограничений в свободах слова, в свободах передвижения, с доказательствами, с видеодоказательствами вот этих вот бедных палестинцев, ливанцев, кто они там, тунисцы, марокканцы, которые вышли на эту демонстрацию в защиту Палестины, выкрикивали, скажем так, не нацистские, но российские лозунги в отношении Израиля, в отношении немецкого государства, в отношении полиции. И, естественно, их снимали на видео их пособники, те, которые были с ними рядом на этой демонстрации. Может быть, просто как обычные прохожие, может быть, как сторонние наблюдатели, потому что тех демонстрантов, которые находились именно в этой толпе и могли бы снимать специально, целенаправленно действия полиции по усмирению особо буйных таких вот демонстрантов или организаторов вот этих стычек против полиции, естественно, этих бы людей
тут же локализовали, нейтрализовали бы и YouTube или TikTok, или где там они еще выкладывают свои вот эти вот позорные видео односторонние, лишился бы таких крутых видеоматериалов. Но со стороны полиции работали камеры, бодикэм, и доказать то, что полиция вела себя некорректно или как-то противоправно, вот этим гражданам, пришедшим на демонстрацию, будет очень тяжело, потому что если случится какое-то судебное разбирательство по вот этой, именно по этой демонстрации, прошедшей в пятницу 23 августа в Берлине в районе Кройцберг, то суд имеет полное право в качестве не доказательства, а в качестве судебного материала просмотреть все видеозаписи с камер наблюдения, находившихся на обмундировании полицейских. Поэтому все, что могут выложить вот эти вот граждане, прибежавшие на демонстрацию пропалестинскую, в защиту Палестины и против полицейского насилия в каких-то социальных сетях, будет перечеркнуто неопровержимыми доказательствами с противоположной стороны, то есть со стороны полиции. Опять-таки, мы сталкиваемся с тем случаем, когда в государстве, называющем себя демократическим и социальным государством, идет противоборство двух сторон. Одна сторона якобы поддерживает демократию, другая сторона пытается спровоцировать своих противоборников на какие-то противоправные меры. То есть полиция поддерживает порядок, следит за тем, чтобы люди не нарушали общественный покой. Демонстранты, наоборот, провоцируют полицейских на то, чтобы они применили против них или газовые баллоны, или дубинки, сковали кого-то наручниками и арестовали. Это делается для того, чтобы потом по всему миру опять же кричать, что вот демократию зажимают на корню, не дают людям право слова сказать, а также всех мусульман по всему миру ненавидят. Это вот именно с такой целью и проводятся такие демонстрации. И что я хотел еще заметить, до начала вот этой демонстрации, за пару недель, вот этот вот артист, скажем так, музыкант, говорил о том, что он организует концерт, бесплатный концерт, он рэпер, ну рэперы это те люди, которые выросли, как они говорят, они выросли на улице. То есть у них в комнате был такой вот детский коврик, на этом коврике нарисованы улицы, дороги, машинки, и вот они сидели на этом коврике и своими пластмассовыми машинками катались. Вот так вот они выросли на улице. И вот он говорил, что этот рэпер, концерт будет бесплатный, концерт будет в поддержку Палестины, против произвола Израиля, против произвола властей, против цензуры, и будет еще сюрприз. Но, скорее всего, сюрпризом стали те петарды и вот эти вот, типа, как новогодние эти бомбочки, которые демонстранты бросали в полицейских. Естественно, за такое поведение любого демонстранта можно сразу отправить за решетку. А если они этого не понимают, то им это в полиции объяснят. Если они специально это делают, то им могут припаять какой-нибудь срок. Да, именно припаять, потому что нормальные слова в отношении вот этих вот людей уже просто-напросто как-то уходят в сторону. И мне как-то кто-то сказал, вот если бы ты по фене ботал, у тебя было бы под 500 еще больше. Вы знаете, мне ботать по фене нафиг не нужно, и тем более, как он сказал, под 500 мне не нужна. Слава Богу, у нас на канале люди думающие, люди интеллектуально развитые и культурные, которые знают, о чем идет речь и могут действительно адекватно отреагировать на происходящее и на то, что они услышат или увидят с экрана. Это одно. Второе, то, что... Ну, вот смотрите сами. Демонстрация, допустим, вот эта пропалестинская, которая за, с одной стороны, за прекращение конфликта на Ближнем Востоке. Все только за. Все только за. Даже тот же самый Израиль, который вот опять обвинили в том, что он нанес удар по Ливану и где-то убили 7-летнего ребенка, якобы израильской ракетой.
А то, что Ливан наносит ракетные удары по территории Израиля и убивает и младенцев, и детей, и подростков, об этом средства массовой информации умалчивают. Но почему? Почему так односторонне? Давайте говорить открыто о том. Ливан наносит со стороны вот своей этой Хизбаллы ракетные удары, стреляют по израильтянам, по израильской территории для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в регионе и ослабить силы Израиля. Почему не говорят об этом средства массовой информации? Я не понимаю. Но когда Израиль отвечает ударом на удар, тут же сразу все кидаются. Ай, такой плохой Израиль, вот они сделали то, вот они сделали это. Ну, с другой стороны, вот эта вот демонстрация, которая за прекращение конфликта на Ближнем Востоке, с одной стороны, да, это круто, это хорошо, это молодцы. Но когда они под таким названием только прикрываются для того, чтобы спровоцировать сотрудников правопорядка на противоправные действия, казалось бы, хотя те старались их усмирить, успокоить и не допустить ни поножовщины, ни нападения на простых прохожих, которые могли там находиться рядом с этой демонстрацией. Получается как-то двоякое мнение, такое двоякое суждение в этой демонстрации. Опять же, с одной стороны вроде бы хорошее, с другой стороны, ну, название хорошее. А с другой стороны, оказывается, вышли оголтелые исламисты, которые опять начали кричать, что полиция это вообще ничто, полицейский произвол нужно прекращать, да с этим государством нужно все завязывать, да Палестину нужно, блин, от реки до моря, все. Ну какая же это нафиг мирная демонстрация, если открыто выбрасываются вот такие вот лозунги, в голос кричатся, причем еще со сцены вот этот рэпер то же самое и кричал. Рэпер этот принадлежит к одному ливанскому криминальному клану. Вы спросите, а почему же его не посадят? Почему все эти кланы не закрывают? За ними следят очень долго. И собирают на них абсолютно все данные. Чем больше данных, тем проще будет закрыть их потом за решетку. Просто так, если он где-то выкрикнул какой-то лозунг или задрал руку в фашистском приветствии, его могут только оштрафовать и больше ему за это ничего не будет. Когда о нем будет собрана целая база данных об этом человеке или об этом клане, вот тогда его и накроют. Немецкая полиция работает несколько иначе. Но вот эта вот демонстрация, которая прошла, она также останется в реестрах базы данных полиции с теми, кто оказался организатором этой демонстрации, с теми, кто был зачинщиком всех вот этих драк и потасовок среди полицейских. Как я уже сказал вначале, было заведено 21 уголовное дело, было зафиксировано 17 правонарушений против сотрудников полиции. Где-нибудь в Америке одно правонарушение против сотрудника полиции, и все, и ты стоишь перед вратами у апостола Петра, и он решает, пускать ли тебя в рай или скинуть тебя в ад. Там все проще. А вот в Германии с ними цацкаются, потому что это как бы демократия. Почему на номерах машин в Германии стоит буква «Д»? Допустим, вот Австрия. У них, если смотреть, Австрии тоже говорят на немецком языке, но у них на машинных номерах стоит буква А. То есть А. Австрия, это как на английском языке, Австрия, буковка А. Германия на английском языке Germany, буква Г. Но однако же на номерах стоит буква Д. Франция, France, F. Испания, Spain, S и так далее. Так вот, многие говорят, что на номерах в Германии стоит буква «Д» не обозначает страну Германию, а проект Америки под названием «Демократия». Интересное такое суждение, интересная такая мысль. Можно о ней подумать и расширить эту мысль и дать ей ход. Хотя, может быть, это и вранье, не знаю. Как говорил раньше Аркадий Исаакович Райкин, за что купил, зато и продаю. Вот такие были на сегодня новости. Не забудьте подписаться на канал, поделиться видео с друзьями, нажать на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе событий. А у нас очень много запланированных интересных материалов на канале на ближайшие несколько недель. Следите за обновлениями на канале и будьте нам здоровы. Всем удачи. Пока.